сегодняшнем выпуске мы поговорим о свадебной моде. Увидим много красивых подвенечных платьев, побываем в гостях у украинского дизайнера, который создает женственные, роскошные, эксклюзивные свадебные наряды. Познакомимся с ее новой коллекцией, в которой воплощены нестандартные и интересные идеи, а в рубрике «Модные советы» от нашего стилиста узнаем, какие подвенечные наряды сейчас в тренде. Свадьба – это общая традиция, которая присуща всем народам мира. А вот обычаи и свадебный костюм от страны к стране очень отличаются. Невеста и ее подвенечное платье всегда пребывают под самым пристальным вниманием гостей. Во многих странах свадебное платье сохранило признаки многовековых национальных традиций или религиозных убеждений. Это проявляется в расцветке, фасоне или же дополнительных аксессуарах торжественного убранства. В большинстве современных стран девушки на свадьбу облачаются в белое платье. Пристрастия и вкусы невест разнятся, но к самому главному торжеству в своей жизни подходят одинаково трепетно. Когда речь касается свадебного платья, здесь как бы совершенно другая философия у девушек выступает на передний план. Оксана Правник – украинский дизайнер свадебной и вечерней моды. Философия марки – позволительная роскошь. Основные характеристики бренда – неординарный дизайн, ручная работа, высокое качество. Стиль платьев – мягкость, женственность, нежность. Наряды представлены в Украине, Европе, США. Свадебное платье в первую очередь должно соответствовать каким-то своим внутренним представлениям, каким-то мечтам, каким-то, может быть, даже стереотипам, которые актуальны для родителей и гостей, приглашенных на это мероприятие. Каждая девушка в этот особенный для нее день мечтает быть неповторимой, и чтобы это подчеркнуло самое лучшее в ее понимании платье. А тем, кто хочет, чтобы платье не было похоже на чье-то другое, нужно шить на заказ от кутюр. Кутюра много не бывает. Кутюр – это эталон, кутюр – это что-то отшитое в единичном экземпляре, и больше оно отшиваться не будет. Татьяна Аршинник, основатель Wedding Fashion Ukraine и шеф-редактор глянцевого журнала о свадебной моде, считает своей миссией поддерживать и развивать отечественные бренды, которые создают подвенечное платье. Люди, которые хотят уникального, они чаще всего находят у нас свое единственное платье, неповторимое. Дизайнер давно зарекомендовала себя на украинском рынке свадебной моды. Продолжает фамильное дело в третьем поколении. Семейная компания, которая специализируется на пошиве свадебных и вечерних платьев прет-а-кутюр. На сегодняшний день платья бренда от Оксаны Правник выбирают как украинские, так и иностранные клиентки. В свое время этим занималась тоже моя мама. С другим подходом были другие времена, другие цели. Для нее это был больше бизнес. А я пошла по этому пути уже больше как дизайнер, как создатель какой-то уникальной концептуальной одежды. И для меня это как бы дело души. Оксана Правник, она не коммерческая, это не для каждой невесты. Это идеологически выверенные, это целая философия с красивыми орнаментами, с красивым кроем. Создание одежды требует мастерства и таланта. Дизайнер зачастую это чрезвычайно творческий человек, который витает в облаках своих идей и фантазий. Но для того, чтобы стать коммерчески успешным, нужно уметь выполнять ряд организационных и технических работ. 90% работы, 10% вдохновения. Оксана Правник, она сама как бы этим занимается, сама конструирует, она как бы сама себя и преподносит. Петр Юрко. Директор свадебной торговой марки в Украине. Занимается реализацией свадебных платьев на протяжении 25 лет. Считает, что на сегодняшний день очень благоприятное время для творческого полета дизайнеров свадебной моды, так как сейчас модно все. Я создаю весь процесс, начиная с этапа идеи, которые возникают в голове, с изучения тенденций, общепринятых в мире моды свадебной, начиная от эскиза, заканчивая маркетингом и управлением. Любой дизайнер, да и просто творческий человек скажет вам, что черпает вдохновение отовсюду, настраивается на нужную волну, в чем-то непримечательном улавливает то, что вдохновит его и впоследствии создает свои шедевры. Большинство всего происходит интуитивно в дизайне.
вся опираюсь на какие-то свои личные предпочтения. То, что мне как-то интересно, что рождает во мне какие-то эмоции, я иногда рискую и воплощаю это в платьях. Иногда это что-то такое несопоставимое со свадебными платьями, но я нахожу какую-то интерпретацию. Полет фантазии может быть сумасшедший, но, как мы видим, что что-то красивое, как правило, оно дорогое. Я точно знаю, что наши платья за рубежом стоят выше среднего сегмента, и они позиционируют их тоже как дизайнерские платья. Дизайнерский талант и правильный маркетинговый подход сделал бренд Оксаны Правник очень успешным. Все больше представительств открывается и за пределами родной Украины. Можно говорить про разные страны, и количество их я вам точно не скажу. За рубежом салонов представителей у нас гораздо больше, чем в Украине. Мы 90% всего, что производим, мы экспортируем. Все больше и больше тенденция такая, что именно украинские марки востребованы как украинские, не как зарубежные. А люди, байеры из разных стран, они уже воспринимают украинские бренды, тоже солидно, и качество не уступает, а во многом превосходит мировые. Концепция бренда Оксаны Правник – неординарный дизайн свадебных платьев, комфорт для невесты, идеальное исполнение каждого изделия. А выверенный ручной крой, традиционные технологии, инноваторские методы делают платья уникальными. Модельер очень тщательно подходит к выбору тканей для своих изделий. Визитная карточка дизайнера – кружево. Меня очень вдохновляют ткани. Тканевой мир – это вообще отдельный космос, когда уже выбираю материалы, то есть они разговаривают сами за себя, и они сами диктуют, что из него нужно сделать. Кружева невероятные. Используем съемные рукава, накидки, болеро. Я считаю, вообще последних 2 года фишка в свадебных платьях – это рукава. И для того, чтобы это было более понятно для людей, как это носить, и была возможность изменить образ в течение свадьбы, мы их делаем съемными. Я стараюсь подать платье более по-современному в том плане, что я делаю его легким, я делаю его удобным, потому что прошли те времена, когда мы себе прятали в корсет во имя красоты. Новая коллекция от Оксаны Правник French Queen Anna from Kyiv сочетает современные тенденции мира свадебной моды, мотивы придворного костюма Киевской Руси и платьев французского престола раннего средневековья. Дизайнер создала коллекцию, обратившись к наследию нашего государства, богатой культуре и символизму исторического костюма. Основной идеей для создания коллекции стал образ княжны Анны Ярославны Рюрикович, дочери Ярослава Мудрого, великого киевского князя. Я реализовала свою давнюю идею и свою тягу к определенному стилю. Коллекция создана на основе исторического славянского костюма. Это раннее средневековье, период Ярослава Мудрого и его дочерей. И одна из которых стала королевой Франции позже. Это Анна Ярославна. Материалы, использованные в коллекции, не только отображают последние тенденции мира свадебной моды, но и совпадают с выбранной тематикой. Жаккард с тесненным ромбовидным узором. Ткань очень имеет такой богатый вид. И она передает узор ромба, который часто повторялся в изображениях на исторических костюмах. Фактурные материалы очень популярны сейчас. В декоре в основном использован натуральный жемчуг различного калибра и оттенков, немного акцентов рубленым и геометрическим бисером, а также вышивки с аутентичными схематичными узорами. Для придания образам воздушности вышивки исполнены серебряными и бронзовыми нитями в люневильской технике.
Практически везде мы используем ручную вышивку. Иногда нам поставляют готовые аппликации, но в этой коллекции максимальная концентрация ручной работы, и мы этим очень гордимся. Многие платья из коллекции трансформируются и становятся лайт-версией, удобной для проведения неофициальной части свадьбы. Стоит выделить примечательную часть подвенечных нарядов – объемные рукава различных форм. Они съемные или трансформируются, после чего платье становится более лаконичным и модерновым. Основные детали, самые красивые, которые я перенесла из исторического костюма в коллекцию свадебных платьев, в то время были приспущенные плечи, были очень красивые рукава разных форм, они были присобраны в нескольких местах, были длинными, и это всегда выглядело очень эффектно, так по-царски. Силуэт платьев продиктован общей концепцией всей коллекции – нарядами времен Средневековья. Тогда не было пышных платьев, все было, имело силуэт А-образный, все платья, и, соответственно, в коллекции нет сильно пышных платьев. Вместо архаичной торжественной накидки дизайнер предлагает традиционную уже для бренда накидку кейп из молочного кашемира. Это очень хорошая альтернатива шубкам, вышивка. Это герб Рюриковичей, из которого походила Анна Ярославна. Он выполнен из хрусталя, из стеклянных элементов, из натурального жемчуга. Под ним платье, где использовано плиссе. Плиссе – это как дань французской моде. То есть, поскольку Анна Ярославна была королевой Франции, я себе позволила позаигрывать и с французским придворным костюмом. Коллекция, хоть и создавалась на основе исторического костюма, но адаптирована под современные тенденции, дабы не остаться красивым одеянием без применения. Это все адаптировано к современному свадебному платью на основе нюд, которую сейчас безумно все любят, спрашивают, потому что белые узоры кружевные очень эффектно смотрятся на эффекте как бы голого тела. Стать невестой – заветная мечта каждой барышни. И даже когда сказки о принцах и принцессах остаются в далеком детстве, мы все же хотим, чтобы на самом важном торжестве в жизни все было сказочно и волшебно. А чтобы свадьба была идеальной, нужен безупречный подвенечный наряд. Все о свадебных платьях и последних модных тенденциях в рубрике «Модные советы» расскажет наш стилист Анна Гридасова. Свадебное платье для каждой девочки – это, наверное, самое главное платье в ее жизни. Все мы, когда маленькие, мы всегда мечтаем о каком-то пышном, красивом платье, быть принцессой. Когда мы вырастаем, все девочки, когда получают заветное колечко на пальчик, обручальное, они начинают искать то самое платье. В то же время, каждый год свадебная мода имеет свойство немножечко меняться. Сегодня мы рассмотрим три свадебных лука. Новые концепции, новые коллекции, новые тренды. Что же такого нового принесли дизайнеры в мир свадебной моды 2018 года? Свадебная мода сейчас достаточно демократична. Невеста может выбирать подвенечное платье из множества вариантов любого цвета, силуэта, стиля и длины. Данный первый образ у нас представлен свадебным платьем рыбкой, силуэтом. Чем оно отличается от, скажем так, традиционного классического платья данного силуэта? Во-первых, здесь добавлено кружево геометрической формы, потому что обычно это какие-то цветочки, что-то стандартное такое. Да? Сейчас дизайнеры стараются уйти от стандарта. Также сейчас в тренде шлейфы. Свадебный шлейф – это действительно очень помпезно, по-королевски, особенно когда идет церемония какая-то выездная, очень роскошно выглядит. Отходят дизайнеры также от шнуровок, которые вот раньше были стандартом свадебного корсета. В тренде в 2018 году – это блеск. Опять в моду входит блеск, чтобы было мерцание, чтобы все сверкало, чтобы платье выглядело богато. Второй модный лук у нас свадебное платье голубого оттенка. Голубой оттенок уже около
10 лет он достаточно среди невест популярен, потому что бытует такое мнение, что на невесте обязательно должно быть что-нибудь голубенькое. Раньше девочки обходились просто подвязочкой какой-то или какими-то минимальными там декором. Сейчас же это переросло в такой тренд, что свадебное платье должно быть не обязательно белым. Свадебное платье сейчас принято украшать разными встроенными жемчужными лентами, бусами, драгоценностями, разной бижутерии, не спадающие ленты из бисера, украшения манжетов, это плечики, это нудовые сетки. Это безумно красиво, интересно и, что очень характерно, это новое. Пудра, персик, телесные оттенки, они очень тоже в тренде в свадебной моде. Платье это считается пышным, но мы обошлись в нем без кринолинов. Здесь использованы сейчас такие новые инновационные материалы, ткани, которые сами по себе держат форму. Есть опять же блеск у свадебного платья, такой легкий, который создает такой эффект мерцания. Используется кружево какое-то нестандартное. Кружево здесь молочное, да? Но подклад выбран нюдового оттенка. И очень за счет этого видна хорошо фактура этого кружева, что очень интересно и выглядит оригинально. Но если девочка хочет, конечно же, классическое, такие, естественно, существуют. Но если мы хотим что-то необычное, оригинальное, нестандартное, этого очень много, и здесь можно обойтись даже просто цветом. Индустрия в Украине не стоит на месте. Она идет в ногу со временем и развивается. В следующих выпусках мы продолжим знакомить вас с украинской модой, еще больше об украинском фэшн, еще больше модных советов, интервью с топовыми дизайнерами страны, закулисье украинской модной индустрии и многое другое. Ровно через неделю на телеканале UATV «Миру о модной Украине» в программе «Глосс». Будьте модными!